Бригада 1 находится в Бельгии. Это тот самый хваленый Атомик, символ Бельгии. На дворе у нас июнь 2011 года. Заскочили сюда в баньку попариться. Хороший, кстати, аквапарк. Для русского необходимая сауна, то бишь бауня. И можно позажигать здесь. Выглядит все банально просто. Это огромное поле в районе гектара и Атомик. А что интересно, есть такое шоу, которое может попробовать каждый за 30 евро. Два раза в месяц можно попробовать себя в качестве экстремала. То есть, если вы залазите вот наверх и оттуда спускаетесь по трассу, которую натягивают вниз. То есть, почувствовать себя на вершине Европы, Брюсселя, и потом на скорости пролететь вниз. Удовольствие стоит 30 евро. Сам Атомик, вход в него стоит 15 евро и 20 евро, две цены. Можно зайти внутрь, а в каждом из этих шаров расположен какой-то музей, рассказывающий о Европе. Ну и в целом так, вроде есть чем заняться. Сбоку, как я говорил, уже аквапарк и мини-Европа, которую можно посмотреть. Масса туристов. А средняя цена питания здесь, скажем, 10 евро на человека. В принципе, все бесплатно. Так, Европа. Макс, как тебе здесь? Нормально? Тагил рулит? Лето. Тагил.